любителям футбола. Мы находимся с вами на футбольном манеже, где уже через считанные минуты начнется поединок третьего тура Кубка развития между сборными Беларуси и Бельгии до 17 лет. Майкл Дэвис, 8-й Оливер Дюмон, 13-й Лука Феррара, 11-й Робби Герардинс, 9-й Жан-Пьер. В 2015 году Украина побеждала 4 раза, последний раз в предыдущем году. И здесь атака у нас. Вот будет ли удар? И, к сожалению, забивает гол. Валадос сумел пройти по левому флангу, сместиться и пробить поворотом. И, к сожалению, на 4-й минуте сборная Беларуси пропускает гол. Обидное начало. Многие говорят, что юношеский футбол, его сложность заключается в том, что голы отыгрываются очень сложно. И будем верить, что наша сборная сможет это сделать. Жан-Пьер там бомбоё записывает. Что ж, навес. И прямо в ворота мяч летел. Не перебил, по крайней мере. То есть усвоил таки правду. А здесь еще одно нарушение правил. Кович. Да, и будет он бить. И удар. Хороший выстрел. И забивание. Кипер. И гол. И забивает сборная Белоруссии. На 16-й минуте. 1-1. Забивает, я скажу так, забивает капитан команды Бельгии. Бас Ван ден Эйден. Именно третий номер срезал мяч в свои ворота. Как мне показалось. Но там момент был на самом деле очень сложный для бельгийских защитников. После того, как Клоц отразил удар, добивание шло. Ну, с такой позиции, где выбить этот мяч в сторону, очень-очень сложно. Этим обусловлено то, что он сделал. Какая потеря. Вот теперь Герардинс... мы получаем подтверждение, что Герардинс может пробить. Да. И приятно, с другой стороны, рискованно. Может мячом прилететь в комментаторскую позицию. Так что, друзья, если вдруг услышите звук падающих людей с трибуны, не удивляйтесь. Ох, Валадос пробивает, как плотно. На успех. Посмотрим, что последний стимул нам подарит, пока у нас опасный, хороший выстрел наносит своей штрафной. Подача. Удар и отражает Клоц. Плотный удар. Добивание. И снова Клоц спасает удар. Знаешь, мне показалось, что там не только голкипер отбил, сколько наш второй номер, это Макаренко. Он возник на пути этого удара, и мяч попал в него на самом деле. А голкипер как раз прикрылся нашим футболистам как щитом. Но, тем не менее, да, момент опасный. Три в концовке удара тайма было бы неплохо забить. Три удара сумели отразить бельгийцы. Сейчас четвертый подходит. И снова Клоц. И вот забирает вратарь бельгийцев. И активно атакуют. И интересно следить за этим. И вот еще один удар сборной Бельгии. Ну, слабый получился удар. И вот такой с разворота попытался пробить передач. Протягивает он мяч постоянно. Снова Михес. Удар. В атаке с белорусы. Лисакович кидает мяч на Забелина. Это Ложкин с мячом. Хороший пас, Адамчик. Дальше направо. Удар. Удар есть. Но, к сожалению, пятый номер у Феррари, 22-й. Появился Семен Михес под 7-м, появился Антеф Цинвы под 16-м и Мартен Трезвье под 6-м номером. Опасный момент у сборной Беларуси! Какой сейф, Миш. Вообще, Адамчик на этом турнире играл как бы центрального дефа. И его использование в роли опорника оправдано, поскольку в обороне он может исполнять уроки пятого, самого центрального игрока. Опасно. Удар. Снова Клоц. О, как же добивание не удается сейчас. Нет, продолжается игра. Бельгийцы с мячом. И попытка очередного навеса в штрафную. Удар. Гол! Все-таки сработал сегодня Руслан Лисакович со своим пасом. Светлая голова его сегодня вырезала голевую. И классно, кто-то на дальней штанге замкнул. К сожалению, нам тут немножко загораживает обзор наши веса с камерами. Но сейчас посмотрим, объявят. В общем, все просто, навес на дальнюю штангу. Касание головой буквально минимальное, и мяч залетает в дальний угол. 66-я минута, сборная Беларуси выходит вперед со счетом 2. Пытался пройти. Удар. Гол! И еще один гол. 3-1.
1-1. Владислав Ложкин забивает третий мяч. И вот так за несколько минут меняется ход игры. 3-1. Очень радует нас этот результат. И при таком раскладе, естественно, мы выходим из группы. Во второй половине второго тайма. Что же, и пенальти. К сожалению, пенальти Алексей Шалашников не успел спрятать. Нет, не потребовалось сейчас даже вратарю вступать в игру. Промахивается по нашим воротам Симон Пихес. Еще парням отобрать наш мяч. Уже по левому флангу бельгийцы пытаются атаковать. Вот этот удар. Есть удар, но тоже не сильным удар получился. Ну что, звучит финальный свисток. Вот теперь абсолютно точно можно поздравлять и нашу команду, и всех болельщиков с уверенной победой. Со счетом 3-1 победа абсолютно волевая и абсолютно заслуженная. Друзья, не будем занимать много эфирного времени, будем прощаться. Турнир на этом не заканчивается. 26 числа у нас полуфиналы. И надеемся, что сборная Беларуси пробьется в финальный матч 28